Всем тут здрасте, дорогие! С вами снова Дед Мороз! Новогодний авторейтинг я сегодня вам принес! Старый год уходит в топку, новый счастье принесет! Просит дядя Вова лодку, а тетя Маша вертолет. Самокат желает света, Коля новые коньки, а Наталья Николаевна, чтоб любили мужики. Мы сегодня вместе с вами будем чудо сотворять. Чтоб желания сбывались, время праздник начинать! Сегодня, дорогие друзья, Дедушка Мороз должен добыть детям волшебные игрушки. Но чтобы их добыть, Дед Мороз должен пройти настоящие испытания на настоящей карьерной технике. Для Деда Мороза нет ничего невозможного, поэтому я справлюсь и с экскаватором, и с белазом, и с погрузчиком, и, конечно же, с бульдозером. Поехали! Рождественских снежинок нет. Такая вот погода здесь. Привет, мальчик! С Новым годом тебя, с наступающим! Ну а начнем мы наши испытания с необычной техники, гигантского белаза 220 тонн. Поехали! А мне было зимы в городах и селах, никогда б не знали б мы этих дней веселых. Не кружила б малышня возле снежной бабы. Взялся за руль, и кажется, что ты страной управляешь. Не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы, не петляла бы лыжня, кабы-кабы-кабы. Продолжаются испытания Дедушки Мороза в разрезе «Марыски». И прямо сейчас я попробую управлять техникой, которая реально может двигать горы. It's time preparing for some Christmas sharing, but I pause because hang in my stocking, I can hear knocking. Is that you, Santa Claus? Ну а прямо сейчас дедушка продолжает развлекаться в испытаниях на настоящем автопогрузчике. Быстро стопит в душах лед Новый год, все печали заметет Новый год. Людям некогда скучать, скоро будем отмечать Новый год, Новый год, Новый год. А людям некогда скучать, скоро будем отмечать Новый год, Новый год. Режет скалу, как масло. Для него это не проблема. Попробует Дед Мороз управлять этой крутейшей, тяжелейшей электрической техникой. Экскаватор далее. Ну, Дед Мороз, ты нас сегодня удивил. Вот подарки для ребятишек. Спасибо вам, ребята! Дружный коллектив разреза «Майрыхский» поздравляет вас с Новым годом. Пускай в ваших семьях царит любовь и взаимопонимание, а окружающие вас люди дарят вам только добро и улыбки. Здоровья вам, такого крепкого, как команда разреза «Майрыхский». С Новым годом! В Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется пером. Столько необычной техники есть на просторах нашей необъятной Руси. Но сегодня мы отыскали самую необыкновенную. Монстра бездорожья, болот и воды. Настоящий Севертрак.
прямо сейчас в тесте авторейтинга. Высота этого колеса 1,60 м. При желании давление в колесах можно регулировать из салона. То есть на глубоком-глубоком болоте колесо можно приспустить, чтобы увеличить площадь атаки, или наоборот поднакачать. Все это делается из салона. У этого автомобиля очень мощные мосты. От ГАЗ-66 они самоблокирующиеся. Плюс тут две раздаточные коробки, что увеличивает мощность автомобиля и его, главное, надежность. В модели «Турист» есть все для комфортного отдыха. Люк, багажник на крыше, а самое главное – это просторный салон. При желании здесь с комфортом могут разместиться 11 человек! Во-первых, здесь есть правый руль. Но, кстати, эти автомобили могут быть и с левым рулем. Под капотом у нас установлен мощный бензиновый двигатель. Но по вашему желанию, и вообще, если другая комплектация, другая машина, может и дизель устанавливаться на эти машины. Может эта машина быть как с механической коробкой передач, но в основном предпочитают автомат. Так что просто включаем передачу и помчали на полную катушку! Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам, белой шкурой медвежьей брошу их к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Сани. О, это аэросани, если вдуматься в историю. Раньше придумали аэросани, а затем уже выпустили аэролодки. Так вот, теперь аэролодка считается в соотношении цена, качество и универсальность, пожалуй, самой лучшей техникой, потому что может эксплуатироваться круглогодично и зимой, и летом, и особенно в межсезонье, когда любая другая техника абсолютно бесполезна. Никто не узнает, куда пропадали, пчелами летали до утра. Жужжали, жужжали мы над этажами, меня опьянила луна. Мы просто пчелы, мы просто пчелы. Здесь вольготно могут разместиться 10 человек, а при желании эти посадочные места легким движением руки превращаются в спальные. Но самое интересное – это двигатель. Очень мощный, абсолютно новый двигатель от Chevrolet мощностью 430 лошадиных сил. Пришло время испытать его тяговые свойства. Поехали! Внимание, внимание! Объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392 по маршруту Москва-Ленинград. До бела замела города, зимушка раздала холода, заморозив сны. Не звала, не ждала, чтоб ты был рядышком, просто я верила, что сбудутся мечты. Все влюбленные однажды повстречаются, так давно уже решено на небесах. Новогодние желания сбываются, надо только лишь поверить в чудеса. Чем отличается аэролодка «Север» от других аэролодок? А тем, что аэролодка «Север» прощает ошибки капитана. Другие аэролодки такого не позволят.
Здесь можно ошибиться. Можно ошибиться много раз. И все эти ошибки сгладит аэролодка «Север». Остыли реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня в свинячую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. При строительстве этой лодки использован лучший в мире алюминий, лучший в мире ПВХ и ТПУ, потому она и пользуется спросом не только в России, но и во всем мире. Поставляют аэролодки в Арабские Эмираты, Канаду и другие страны мира. Только представьте, здесь, в Красноярске, делают лучшие в мире аэролодки. Далеко, там, где ты, далеко, все твои города замело. Замела зима все твои дома. Далеко, там, где ты одна. Дед Мороз, а это тебе подарки от компании «Север» для ребятишек из детского дома. Спасибо, ребята, вы по-настоящему добрые люди. Коллектив завода-производителя аэролодок и вездеходов «Север» поздравляет жителей всего мира с Новым годом. Пускай все поступки, которые вы совершаете для других, возвращаются к вам многократно приумноженными. Пусть всегда будет цель и стремление, а главное – мечты, которые обязательно поможет реализовать техника компании «Север». С Новым годом, с Новым годом! Поздравляем всех сегодня! Желаниями новыми ветки сосновые украшают повсюду люди. Ну что, друзья, вот и наступил тот самый долгожданный момент, когда при помощи моих друзей, по-настоящему добрых, мы имеем возможность устроить детям настоящий праздник. А давайте мы будем здоровыми и счастливыми будем. А давайте мы будем здоровыми и счастливыми будем. Скажем, Новым годом! Ура! Молодец! Днем каждый нас по подарочку. Рыбак! Конечно! Новый год уже в пути, скоро к нам приедет. Я хочу его сейчас любить, ты на радость. А давайте улыбнемся, и нам улыбнется солнце. Ссоры, обиды и дни непогожие забывают сегодня люди. А давайте мы будем хорошими и счастливыми. Этот год был для нашей страны как страшный сон. Такого даже ни в одном кино, наверное, не придумают. Но несмотря ни на какие трудности, в мире по-прежнему остаются настоящие люди. В смысле человеки, в смысле те, которые даже в самой сложной ситуации продолжают помогать другим, окружающим, пускай абсолютно незнакомым людям. Я желаю вам, чтобы в новом году вы всегда оставались людьми. Тогда обязательно приложится и счастье, и здоровье, и благополучие. С Новым годом вас! С Новым годом! А давайте мы будем счастливыми, все счастливыми будем. А давайте мы будем счастливыми, все счастливыми будем. Счастливыми, все счастливыми будем. А давайте мы будем счастливыми, все
Дед Мороз выражает благодарность настоящим друзьям, заводу аэролодок «Север» и вездеходов «Севертрак», коллективу разреза «Майрыхский», а также строительной компании «Жилстрой» и веселому шоу агентству «Чародеи». Спасибо, что вы каждый год укрепляете веру детей в доброту и чудеса. Спасибо! А давайте мы будем счастливыми, все счастливыми будем.